Из Ханты-Мансийского округа в Курганскую область на борьбу с паводком перебрасывают еще 20 человек. Это сотрудники Центра «Спас Югория». Сегодня утром они выехали на место чрезвычайной ситуации. В составе группы вошли специалисты из разных поисково-спасательных подразделений региона. Они будут помогать населению справляться с последствиями половодья. С собой югорчане везут моторные лодки, прицепы и другое оборудование, которое может пригодиться на затопленной местности. Оказывать помощь на Урале в сумме будут почти 50 спасателей из Югры. Напомню, ранее такая же по численности группировка из округа, как и сегодня, прибыла в Курганскую область. С первых дней она помогает укреплять дамбу, разрушенную течением. Это довольно профессиональные ребята, которые способны выполнить задачу в любых условиях. Вместе с аэромобильной группировкой Главного управления МЧС России по Ахмау-Югре мы будем выполнять поставленные задачи по оказанию помощи населению в период весеннего половодья.